нас расщедрилась, говорит, давай еще что-нибудь бери. Я говорю, да ладно, хватит, что, 5000 уже нормально. Она говорит, да нет, бери, я мажор. А что, можно вот тут, получается, распрыгнуть и туда полететь, да? Расскажи я себе. Я депутат молодежной Ульяновской думы, бывшая. Регина, мы сделаем репост с Миркой. Какой? Будь человеком, выиграй по одной камере. Будем вместо тебя... А что, можно вот тут, получается, распрыгнуть и туда полететь, да? А так и делают вообще? Да. Ну, давай, Саня, покажи нам, жопу приземления. Жопу приземления? Фига, он прям на головку нырнул. А как делать? Чё? Ноги вверх и все? Ноги наверх, руки сзади. Страшно. Всё. Ой, я себя плохо чувствую. Сделаю, зачем? Да ты не прыгнешь. Как это не прыгну? Давай. О, смотри, как я могу. Сука. Они такие пыльные, пипец. Этот, ребят, я носок тут оставил. Носок? Да. Я не знаю, где вы искать. Настя, я носок потерял. И в чем прикол? Можешь меня снять? Да. Я уже нажал. Ужасно выгляжу. Да. Хотел кувырок. Там непонятно. Замечательное. А у вас какие ощущения? Я в восторге. Напрыгалась. А я устала. Ужасно. Интересно, а если захотеть какать, и на батуте все сболтается, прокрасишь, так капитор всякий. Видели, там пот оседает, да? Да, на одном батуте, где Настя прыгала ногами, там же как раз огромное бедно было, да. Кто-то уже попал. И флешки, все, что было. Задание просто, кажется, я стакнул жизнь. Ну вот такой момент. Я депутат молодежной Ульяновской думы, бывшая. Регина, час 15 тысяч. Руслан, а ты такие деньги берешь? Ужас, Руслан. Такие деньги на самом беру. Деле я староста, группа 32-41-41. 32-0-33. Всем синдромы окраина. 8-927. Я люблю Антона. Поняли все, люблю Антона, живу с ним. Но встречаюсь с Андреем, да. И Русланом, Рамилем. И Русланом. Выдаешь желаемое за действительное. Вот. У тебя сережка в ухе? Ты что, и немка разговариваешь? У тебя сережка в ухе? Сережка в ухе? Я люблю Америку. Сопли в носу. Смотри, каких она колготочек. Глаза в глаза. У меня есть 4 кольца. Апельсин во рту, зубы во рту. Ничего себе. Ударить можешь, что ли? Ничего себе. Если что, да? Это свет так падает или это... Это мне папа их подарил. Папа подарил тебе такие колготки? У меня папа самый крутой, самый модный. Мне показалось, это свет так падает. Он мне покупает вещи. Вот это не получилось сказать. Влюбленная парочка. Не, Ман, с тебя, короче, в моем блоге еще не было. Кто-нибудь будет? Я вообще первый раз здесь, но я это я. Я белый. Запомните все. Здесь есть только четверо моих братьев. Видела, какая реакция? Трое. Вот он. Тебя сними. Вот он. И она. А она тоже белая? Белая или черная? Ты белая или черная? Она не знает, кто она. Она предательница, по крайней мере. Все. В смысле, ты вообще должен был сказать? Я белый так-то. А я кто? Мы тебя спросили, ты кто? Ты кто? Я говорю, ты должен был ответить. Почему я? Ты личность или нет?
Но она белая у тебя? Просто два цвета перед тобой стоят. А вы, я не поняла, вы белые все? Мы все белые, да? И он белый. А ты кто, кстати? Я черный. Предательница. Крестик сними. Она белая. Нет, крестик. Провокация. Артур, пока тебя нет, короче, тут такое происходит. Просто... Стакан, да. Диана доливает себе вискарь и говорит, короче, что она не пьет только потому, что ты ей не разрешаешь. Если бы ты ей разрешал... Не разрешал, ну, вроде так, то она бы вообще... В Петербургске переехала, короче. Можно было проще сказать. Она не пьет, потому что ты ей не разрешаешь. Да, вот. И сейчас вот она как долила себе... И а все вообще понесло. Ну что там говорил? Короче, прикинь, Андрюх, на московском, вот я где работаю, ага. Там, короче, приходит несколько человек, ну, не несколько, а вот порядком 2-3 человек в день и спрашивают меня о том, чтобы я им распечатал татушки, просто поставил шрифт, который нужен им, и они распечатывают. А, походу, там, по-моему, студия, да, есть какая-то, которая стрёмная такая, да? Они как раз-таки приходят и вот говорят... Вот здесь недалеко, там вот направо-налево завернешь, короче, а. Есть тату-салон, который просит распечатать. А, они заранее просят, чтобы распечатали. Да, и говорят то, что подходите на московский, там есть серокопия, короче, и просят, говорят, мне кажется, там... А у них принтера, типа, что ли? Ну, походу, нету, да. Вот сейчас нам привезут кальян с доставкой на дом, Эми Делюкс. Идем встречать. Здравствуйте. Здравствуйте. Там можете не закрывать надолго. Ты как с PlayStation ничего не взяли из этого? Нет. Нет, только я. Окей. Здравствуйте. Всем привет, сегодня 23 число. Это уже третий день вы смотрите. И сегодня мы с Настей пришли покупать мне одежду. Вы не в курсе, я прошел все-таки кастинг от Тимура Бекмамбетова. И теперь поеду в Москву 29 числа, чтобы участвовать в этом реалити-шоу. Сейчас мы будем покупать мне вещи. Для того, чтобы туда поехать, для участия, скажем так, чего-то у меня просто нет, на что-то я забивал раньше. И сейчас мы с Настей идем на преступление, идем отдавать свою верхнюю одежду в кинотеатр, но не пойдем на фильм, пойдем по магазину. Сегодня мой день, так что Анастасия платит. Вот такую куртку мы купили, сейчас покажу вам ценник. Анастасия платит 5000. Чё? Нет. В магазине мы бершка. Вот. Нас расщедрилась, говорит, давай еще что-нибудь бери. Я говорю, да ладно, хватит, что, 5000 уже нормально. Она говорит, да нет, бери, я мажор. А вот теперь я обзавелся еще часами вот такими. Настя раскошелилась еще на 4000. Еще она трусы купила мне за 1000, куртку за 5. Вот уже 10 накрутилась. Отличный день, люблю 23 февраля. Сейчас пойдем наедимся в Макдональдсе. Последние деньки в Макдональдсе. Мороженка покушаем. Эх, последние дни свободы проходят тяжко, если честно, потому что ощущение, что хочется побольше погулять, хочется побольше на воздухе побыть, потом что-то поделать. Потом у Насти будет 2 месяца свободы, а пока у нее их нет, я вот с ней. Странное ощущение посещает, конечно, непонятное. Что, Настя оставит одну, да? Нет, не поэтому. А потому что странное ощущение того, что ты сколько раз валишь, и непонятно, когда вернешься. Все планы не можешь построить правильно, там клиентов записать даже и тому подобное. Поэтому мне сложно, в общем. Андрюх, ну что, тебе жалко, что ли? Что? Мы сделаем репост с Миркой. Какой? Будь человеком, выиграй по одной камере. Будем вместо тебя 2 месяца снимать. Да. Будем снимать и говорить, что это ты снял. Вот я розовенькую, а мне какую-нибудь, не важно. Там черная и розовенькая разыгрывается. Я вообще любую пойдет. Надо было красненькую, да? Нет, не красненькую, черненькую прям. Ты мужик? Я это снял. Просто гифку можно сделать. Конечно, мужик, и сумочка-то что? Ты думаешь, что у меня одного ногтя нет? Только! И как он называется? Тут так пахнет сигаретами, что ли, непонятно. Эй, я не помню, там так такое длинное название. А по отзывам? По отзывам никто не жаловался.